Ты альфа-доминантный самец. Мы продолжаем наш рассказ о поездке клуба Fly Fishing на Сахалин. В этом фильме мы хотели рассказать и показать аспекты самой ловли киты нахлостом. Конечно, в разных условиях и регионах может что-то меняться, но мы расскажем, как это все происходило у нас, и поделимся своими наработками. Тем более, что информации в интернете о подобной ловле очень мало. Начнем, пожалуй, с оснастей. Наиболее удобные оказались двуручники 8 класса SF 12,6 футов и DH 13,3 фута от Кола Салмон. Также ребята успешно применяли двуручные Винстоны Барон 2X и 3X. Длина позволяет комфортно управляться с тонущими лидерами, забрасывать их в различных условиях и в любое место. И что немаловажно, такой длиной удобно управлять проводкой мушки на разных дистанциях, при постоянной смене мест, течения и способов подачи мушки. Теперь про шнуры. Успехом пользовались скандинавские головы, которые позволяют забрасывать тонущие лидеры. Например, Light Scandi и Presentation Switch от Cola Salmon. Также успешно применялись головы Skagit, Power Short от Cola Salmon в сочетании с читерами разной тонучести 1,5 и 2 метра. Плюс полилидеры 10-15 футов разной степени заглубления. Лично я остановился в итоге на Skagit. Мне с ним удобнее было работать в самых тесных и неудобных местах, особенно когда дело доходило до объемных приманок и шквального ветра. Мнения остальных разделились. Одни ловили скагетами, другие предпочитали сканди. Тут, видимо, каждый выбирал привычное к себе. Немного о мушках. В фаворитах были вариации зонкеров, были баггеры, матука и полярная ночь на гнутоши.
лучше работали мушки, скупо связанные с узким силуэтом. Крючки применялись лососевые – камасан, патриш и флайфишер, размером номер 2, номер 4. Для гнутышей «Полярная ночь» я использовал камасан B800 номер 2. Еще у меня хорошо пошла мушка сквидер. Ее подвижная игра привлекает рыбу и рыболова. Ловить на нее приятно и интересно. Зацепов нет, как и при ловле на гнутыши. Подбагривание рыбы при холостых поклевках почти исключены. И в итоге я совсем перешел на ловлю этими мушками, пробуя разные расцветки. Лишь иногда заменяя их на полярную ночь для разнообразия. Попробуем сменить чуть цвет приманки, но такую тоже хорошо берет. Посмотрим, как сейчас работает. Кстати, о цвете мушек. Кита ловилась именно на мушки, связанные в сине-фиолетовых и розовых тонах. Переход на мушки других цветов мог принести поклевку линка, хариуса или кунжи, но не киты. Мне было интересно, почему так происходит. На возможный ответ меня натолкнула расцветка местного хариуса. Посмотрите сами. Ничего вам не напоминает? Видите, как он переливается сине-фиолетовым и розовое пятно до боку? Расцветка кунжи тоже в похожих тонах, а ведь хариус и кунжи являются основными поедателями китовой икры. Возможно, этим и вызван интерес киты именно к таким расцветкам. Убирает попросту конкурент. Вообще, я бы посоветовал не зацикливаться на одной уловистой мушке, а также хорошо иметь разные цветовые комбинации уловистых моделей. Часто на хорошо изловленном участке после смены мушки клев начинался заново, и рыба уже не просто осторожно трогала приманку, а активно и надежно брала ее. Таким образом, меняя мушки, их подачу, можно целый день ловить на паре уловистых мест. Вроде холодно, а на такой рыбалке вспотеешь. Я так уже кипю. Сквидер — хорошая мушка. Когда рыба уже активная, на нее агрессивно так берет рыба. Поклевка. И самое главное, она всегда, главное не спешить с подсечкой. Она всегда вот в уголок рта или за губу, за нижнюю, цепляется. Опа. И рыба не травмируется. Исключается багрение практически. Все по-честному. Мамулька. Крючочек находится сзади мушки. Сейчас покажу. Выносной на плетенке. Вот, за ножками. И с подсечкой тут торопиться не нужно. Рыба берет, даете ей развернуться, чпок, она за краешек рта цепляется практически жестко. И мушечка хорошо играет, интересная. Вязать ее интересно. Она довольно сложная в исполнении, но ловить на нее приятно. Поклевки у нее такие прям втащил. Что касается проводки мушек. Тут есть вариации в зависимости от ситуации. Можно сказать, что базовая подача – это проводка мушки на снос в придонных слоях. После заброса нужно сделать мединг, чтобы заглубить мушку, и проводить приманку на снос ближе ко дну, чтобы мушка как бы выдавливала рыбу со стоянки.
В местах, где происходит постоянная смена водных струй, например, небольшие прибрежные обратки, выручала проводка с трипом у дна. Причем важно было поймать нужную струйку в нужный момент, чтобы водный поток вынес мушку прямо к стоянке рыбы. А скорость трипа уже подбирается в зависимости от силы этого потока, в который попала муха. В таких, казалось бы, неудобных для ловли местах, если удавалось правильно провести мушку, то поклевка следовала сразу же. Главное было поймать шнуром нужную струйку и темп проводки. Ну вот такое характерное местечко, слияние струй, подкручивает. Самое вон, видите, она выходит. Там на песке всякие неровности, за ними она и тусуется. Вот сейчас мы в этом месте, то правда немного неудобная обратка. Вот, выносит на обратку, но зато прям можно ловить чуть ли не на коротке. Сложное место, обратка, завихрение. Пришлось повозиться, чтобы подобрать как мушку провести, потому что непонятно, в какую сторону понесет. Надо еще заглубить ее, как бы, да? Ну, ну тут получилось на выходе с обраточки прям чпок, такой легенький остановка, и понеслась вот такие скачки. Ну, мушка опять полярная ночь. Просто уже, наверное, не меняю ее. Так, стоит с утра. Самец киты долго не сдается, потому что такой хорошенький экземплярчик. Так, будем отпускать. Итак, 10 дней. Рука уже болит. Старый артрит дает знать. Тест-драйв проходит все. Снаряжение, удочки, катушки, даже камеры. Порой вырубается на самых интересных местах, не выдерживает нагрузок. Ну, на войне как на войне. Интересное место. Рыба стоит, но очень сложная в ловле и забросе. Сразу яма, тут такой болотистый участок. Чуть наступишь дальше, ушел, вообще выл. Вот. И проводка очень сложная получается. Сейчас еще и ветер в лицо. Получается,
разница строй. Надо забросить сразу мент, а тут не подойдешь. Пятачки такие очень локальные, откуда что-то можно сделать. Вот. И за счет ментов вот пытаешься как-то заглубить мушку, да? И чтобы она вот вышла, как бы выжимая лосося со стоянки. Вот. Как бы прям перед носом у нее должна разразить его, как бы выйти на него. Тогда следует поклевка. И пошла борьба. То уходит за кусты туда вообще вдаль, то сюда в яму затолкается, когда уже ближе подмотаешь, то там на свечке прыгает. Из ямы вообще его поднять, он туда упирается. Просто такое перетягивание каната долгое. Вот, потом следуют очередные несколько рывков. Ну, в конце концов, утомляется, берет, в принципе, неплохо. Одинарного крючка, в принципе, вполне хватает хорошего. Ну, как бы, качество крючку применяется самые жесткие, так сказать, вот. Требования к крючку применяются. Потому что нагрузка большая. Поводки тоже, соответственно, где-то 0,33. Я вот я ставлю, обрывов не было. Хватало. Рыбалка, конечно, чумовая. Вот. Постоянно надо следить, чтобы сзади кто-то волосатенький не вышел. Не сказал здрасте, я ваша тетя. А так, конечно, довольны все. Выше крыши. Рыбы много. Она сильная, свежая, зашла с клопами. Вот. Серебрянки такие, самцы с этими горбатыми носами. Красота просто. В общем, Сахалин forever. Даже если его уже близко вроде подвели, и она кажется все, и та так просто не сдает. Это жди просто нового рывка. Вон началось. Вон такой еще один совет. Мы отмотали 800 километров. А впереди ждет незнакомая река. Кому неведом этот край дождей и ветра, пусть говорит, что мы валяем дурака. У нас на колдобинах остались только души, но их не сломит монотонный топот шин. Мы отмеряем эту горстку суши, которая зовется Сахалин. Мы отмеряем эту горстку суши, которая зовется Сахалин. Ну, здравствуй, долгожданная свобода, не раз такое было и не два. Сначала от избытка кислорода немного покружится голова. На тишину настраивая уши, на самой золотой из середин, рассвет встречаем на осколке суши, которая зовется Сахалин. Рассвет встречаем на осколке суши, которая зовется Сахалин. Недолгий сбор и рюкзак на плечи не подведет проверенная снасть. Как долго дожидались этой встречи, вот только бы на броде не упасть. Не слушая прозаиков тщедушных, взбираясь на скалистый исполин, мы покоряем эту глыбу суши, которая зовется Сахалин. Мы покоряем эту глыбу суши, которая зовется Сахалин. Налазавшись то вверх, то вниз покручим, под вечер возвращаемся назад. А в небе подозрительные тучи построились как будто на парад. И пусть в садках лишь уши от горбуши, присядем у костра, поговорим.
так близки на этой крошке суши, которая зовется Сахалин. Мы так близки на этой крошке суши, которая зовется Сахалин. В долинах и на перевалах грозных ловил себя на мысли я одной. Мне интересно, кто же мог назвать серьезно всю эту прелесть окружающей средой. А для диванных муженьков послушных у нас всегда готов ответ один. Мы просто родились на этой точке суши, которая зовется Сахалин. Мы просто родились на этой точке суши, которая зовется Сахалин. Мы просто родились на этой точке суши, которая зовется Сахалин. Подрался с чуваком. Гнутыш и рулит. Вот это зверюга. О, зубище. Пусть отдыхает. И я заодно с ним. Спасибо, Сахалину.